Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из Турции, солнечной Алании. С вами компания Росproperty, мы ее ведущие Максим и Екатерина. Мы находимся в районе Джиджили. Он расположился практически возле центра, поэтому добраться до всевозможных развлечений Алании не составит труда. Однако вы будете вдали от отелей и шумных дискотек. Он идеально подойдет для тех, кто желает спокойствия и тишины. И сегодня мы рассмотрим целых два комплекса от одного очень качественного и надежного застройщика. И первым будет комплекс, построенный в 2012 году в виде малоэтажной застройки. А второй комплекс мы рассмотрим, он будет в виде многоэтажной застройки, построен в 2013 году и с интересными дизайнерскими решениями комплекса, о которых вы узнаете, пройдя по ссылке под этим видео. Ну что ж, друзья, вот мы очутились в этом огромнейшем пентхаусе площадью целых 220 квадратных метров. Планировка у него 4+2, а это 4 спальни, 2 гостиные и 2 кухни, а также целых 4 балкона. Особенностью данных апартаментов является уникальность дизайнерских решений в каждой комнате. Ну, мы могли бы начать наш обзор с кухни, но я, как и любой мужчина, люблю спальни, поэтому пойдемте начнем именно с них. Погнали! Ну вот мы очутились в первой спальне, друзья. Она выполнена в глубоких синих тонах. Это стилизованное море. Думаю, оно будет как раз хорошо успокаивать после работы. Ну что ж, перейдем к практике. Прямо передо мной расположился вместительный шкаф-купе с зеркалом. Сзади меня зона для, думаю, для того, чтобы сделать макияж для девушек. Ну а также прикроватные тумбочки и просторная двуспальная кровать с очень классным матрасом. Ну и, конечно же, выход на небольшой балкончик открывается, прямой вид на море. Ну что, друзья, пойдем дальше. Мы пропустили коридор. Что важно о нем знать? То, что здесь находится сразу же шкаф для верхней одежды, ну а также несколько полочек, куда можно залить все, что угодно, а также небольшое зеркало. Ну и, конечно же, домофон с камерой, чтобы видеть, кто к вам пришел. Безопасность этого комплекса на высшем уровне. Я пойду слева от ковра, чтобы его не запачкать для будущих хозяев. Кстати, по правую руку от меня находится большое зеркало с каменной отделкой. Ну и по левую руку от меня, конечно же, санузел с душевой кабинкой, а также с отделкой из гранита настоящего, но, конечно же, вся другая сантехника. И вот мы очутились в просторной, просто огромной гостиной, совмещенной с кухней и выходом на балкон, о котором мы расскажем чуть-чуть позже. А сейчас я хочу узнать, куда же смотрит и о чем задумалась наша Екатерина. Катя, о чем думаешь? Куда смотришь? Максим, я не могу поверить, что здесь так красиво. И это все от собственника. И по очень привлекательной цене, которая сейчас снижена. Я бы сказал, по очень привлекательной. Максимально привлекательной, друзья. Да. Обязательно пройдите на сайт и найдите эту квартиру. Ссылочка в описании. Ну что ж, пойдем дальше. Я хочу остаться здесь. Так как я изъявила желание остаться в этой комнате, я вам хочу рассказать про кухню, которая совмещена с гостиной. Кухня у нас представлена со всей бытовой техникой, корпусной мебелью. Также здесь есть домашний инвентарь, который вам пригодится в будущем, и вам не нужно будет тратиться на его покупку. То есть это тарелки, ложки, вилки. Получается, вы, заходя в эту кухню, можете с первых дней готовить себе еду и не переживать, что вам чего-то будет не доставать. На самом деле мы были настолько поражены дизайном этой квартиры, он просто шикарен, что даже не заметили таких мелочей, как огромный телевизор, который прекрасно вписывается в данную атмосферу. Но на этом наше удивление не заканчивается, друзья, поскольку прямо сейчас мы вышли на балкон, один из балконов. О, кстати, Катя, привет, привет, что там делаешь? Пока вы работаете, я любуюсь морем. Вау. Вау! Ох, я, пожалуй, надену очки, чтобы не ослепнуть от этого прямого вида на море и на горы.
Вид просто шикарен, друзья. Сейчас мы вам все покажем. Максим, пойдем быстрее, я тебе сейчас такое покажу. Ну, пойдем. Что же это интересно? Пойдем, пойдем. Ты нет, сейчас, комнаты, это не ты то? Сейчас, нет, ты сейчас обалдеешь. Ну, давай, веди смотри, меня. Смотри, смотри. Ого-го. Это практически кинотеатр. Абсолютно с тобой согласен, причем... Даже плазменный телевизор есть. Да тут абсолютно все есть для комфортной жизни, просто заезжай и живи. Но, на самом деле, мне кажется, мы еще не были в самой изюминке этого пентхауса. Это да. Балкон. Но, друзья, балкон непростой. Балкон на сюрпризы. Мало того, что здесь уже есть такая небольшая чилаут-зона, здесь есть настоящий хамам, друзья, с видом на море. Максим, только это сауна. Сауна? Да, а за моей спиной кухня. То есть, соответственно, этот пентхаус... Это практически пятизвездочная отельная инфраструктура, и сауна, и зона отдыха, и кинотеатр. А поставите беговую дорожку, и будет спортзал. Завершить обзор самого пентхауса мы хотели бы в этой очень светлой комнате, выполненной в летних тонах. Ну что ж, подведем итоги. Наш пентхаус максимально многогранен в своих дизайнерских решениях. Также здесь есть все для комфортной вашей жизни, даже джакузи. Он максимально укомплектован, друзья. Ну что ж, пойдем посмотрим инфраструктуру. Это один из первых комплексов с большими территориями. Ввиду перспективы строительства города, в скором времени этот комплекс будет в центре. Несмотря на очень развитую отельную инфраструктуру, в которую входит закрытый и открытый бассейн с фонтанами и аквапарком, баскетбольная, волейбольная и теннисная площадки, бар у бассейна, турецкий хамам, римская парная, финская сауна, массажный кабинет, спортзал, кафе и ресторан, боулинг, бильярд, зона отдыха и барбекю, детская площадка и даже мини-гольф. Айда составляет всего 36 евро. Спасибо, что были с нами. Это предложение вы можете найти на сайте rasproperty.ru под номером 6496 или просто пройти по ссылке в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе последних событий жизни в Турции, друзья. До скорого!